помимо неврача. Хотите, есть здесь жгут для закрепления. Артрит, артроз, остеохондроз, гипертония первой и второй степени, варикоз и тромбофлебит. Всего в списке более 60 заболеваний, при лечении которых может применяться АЛМАК-01. Прибор широко используют в стационарах, а простота в обращении позволяет применять его и в домашних условиях. Оценив работу лечебно-профилактического прибора АЛМАК-01, Нургали Калы сразу же решил его приобрести. С помощью аппарата будет лечиться не только он, но и вся его семья. Пришел покупать. У меня болел суставы и поясницы. Вот я тоже решил покупать этот аппарат. Это прежде всего его легко применять. В домашних условиях не надо ходить в поликлинику, стоят в очередь. Прямо каждый может применять. И много заболеваний. Вон не только артрит, и артроз, остеохондроз. Наряду с «Алмагом» доступны и другие, не менее популярные модели. К примеру, прибор «Теплон» способен излечить от невралгии, бронхита, пиелонефрита и гастрита. Избавиться от остеохондроза, позвоночника, варикоза, подагры и пародонтоза поможет другой аппарат – «Магафон». А «Унилор-01» справится с насморком, отитом, ринитом, гайморитом и другими лор-заболеваниями. С помощью уникальных приборов «Еламед» можно лечить болезни без лекарственных средств, утверждают производители. Из магнитотерапии представлены аппараты, такие как АЛМАК-01, АЛМАК-02. Магнитотерапевтический аппарат для лечения головного мозга «Диамаг», для лечения Паркинсона, расстройства сна, мигрени. Также на выставке представлен аппарат «Мовит». Это аппарат узкого назначения, он идет для лечения мужчин, для лечения простатита, аденом, простаты, геморроя, также женского недержания. Опытные специалисты проконсультируют и расскажут о возможных противопоказаниях, которые более подробнее написаны в инструкции к каждому прибору. Выставка продажи аппаратов серии «Домашний доктор» продлится в Шымкенте до 10 апреля. Все приборы можно купить по цене завода-изготовителя в магазине «Медтехника» по адресу проспект Республики, 26, с 10 утра до 18:00.